И всем привет, с вами ГОСТ-161, и сегодня я хотел бы показать вам местоположение еще одной нарколаборатории на Луне Аркорпа Лилии. Так, приступим. Первым делом, что нам потребуется, это прилететь от Аркорпа к Лилии на орбитальную точку М3. Затем нам понадобятся следующие ориентиры. Это точка Шубин, Processing Facility, SPAL 3, которая находится между точками ОМ-6 и ОМ-2. От Шубина нужно ориентироваться немного правее на вот этот темненький треугольник. Да, в ночное время суток его видно очень плохо, но в дневное время его видно хорошо. И ориентироваться довольно просто. Просто по линии вправо от Шубин Processing Facility SPAL 3. Сама лаборатория располагается вот в этой точке. На самом деле, конечно, очень удивительно то, что аж две нарколаборатории находятся на одной Луне, в то время, когда добавили Хёрстон. На его лунах и на самом Хёрстоне не было ни одной нарколаборатории или что-то в этом роде. Тут аж целых две. И сейчас эту вторую покажу. По приближении к местоположению ориентиры будут немножко другие. Модель совершенно ужасна, потому что она не позволяет почему-то по прямой в невесомости разогнаться до полной скорости. Сразу же начинаются перегреваться движки. Это, как по мне, это очень глупо. Такого быть не должно. Но это сугубо мое мнение по этому поводу. Вот этот треугольник, который мы видим, он нам и нужен. Будем потихоньку снижать скорость, поскольку уже достаточно близко. На мой взгляд, мы стали приближаться к поверхности. Скоро уже войдем в атмосферу. Вот, кстати, тоже хотелось бы заметить, зачем-то был убран эффект входа в атмосферу. Если в прошлых патчах, когда мы влетали в атмосферу, начиналось горение в
вокруг корабля за счет сопротивления газов. Не на всех лунах был кислород, но горение все равно происходило, значит и сопротивление было. Сейчас зачем это? Причем везде. Ни на Аркорпе, ни на Хёрстоне нет этого эффекта у корабля. Ну, может это еще поправится. Пока еще все-таки ПТУ. Будем надеяться, что исправится. Стали подлетать и ориентиры, эти горы, вот эти три горы нам нужна самая малая гора, вот эта, если не изменяет память, конечно. Заметим скорость избежания жесткой посадки. Когда я сюда прилетаю, поэтому мог и ошибиться. Лаборатория. Сейчас приземлимся, надеемся, что это она. Вот, пожалуйста, и красный маячок мигает. Как-то тускловато. В прошлый раз, когда приземлялись, тут была лаборатория, зона покупки была очень маленькая, не с первого раза. У нас видела наш корабль. Закупать его товар, поэтому максимально близко постараюсь подсветить лабораторию. Получилось, мягко говоря, не идеально. Но тут и по
посадочное место. Думаю, не рассчитан на такие большие корабли. Хотя, если бы они увеличили зону покупки, в которой мог бы находиться корабль чуть дальше от лаборатории, чтобы была возможность размещать и большие корабли в лаборатории, чтобы можно было бы закупать товар. Допустим. Окей. С этим я разберусь потом. Пусть пока останется как есть тогда. Разберусь после. Идем проверяем. И вот, пожалуйста, етан и неон. Других видов наркотиков тут нет. Ну, тоже хоть что-то. Это и была наша вторая лаборатория. Этим действительно пора что-то делать. Но не буду отнимать у вас время. Спасибо, что меня смотрели. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго.